Безусловно, нужно проявлять рассудительность во всем, чем он решит заниматься. На работе телец будет ощущать комфорт и удобство, поэтому для огорчений причин нет. Близнецам не мешает завести увлекательное хобби и отдохнуть на природе, если погода позволяет. Размеренный темп работы позволит раку углубиться в мелкие задачи. Старайтесь видеть в людях только хорошее. Если лев будет на протяжении всего дня мнить себя королем положения, то отношение коллег к нему резко изменится в худшую сторону. Гороскоп рекомендует деве работать в тесном и сплоченном коллективе, а не уединяться. Весам следует остерегаться любовных авантюр, а больше думать о том, где найти дополнительный заработок. Скорпиону нужно пустить все силы на продвижение в карьере, а не на копание своего прошлого. Если стрелец захочет встретить свою вторую половинку, то дома ему сидеть не следует. Больше общайтесь, знакомьтесь и проявляйте инициативу. Гороскоп рекомендует Козерогу открыть свое сердце человеку, который давно добивается его расположения. Водолею будет не до работы, ведь столько накопилось бытовых проблем. В этот день вам придется быть и сантехником, и электриком в одном лице. Гороскоп не советует рыбам отказываться от тех предложений, которые будут исходить от близких друзей.